Привет всем! Сегодня у нас 15 сентября, и мы проводим осмотр пчел осенний. Убираем кормушки, докармливали пчел сахарным сиропом. И сейчас нужно просмотреть, сколько в гнезде запасов меда на зиму. И также подставляем полоски от клеща. Такие вот рамки, это крайние, на ней немного меда, одна сторона вся полностью заполнена, а вторая вот уже идет, на ней вся она залита медом. Третья такая же. И третья, вот они еще запечатывают его, подготавливают, меда здесь в семье достаточно. Крайняя рамка там стояла перговая, ее сейчас уберем. Ну а там уже в гнезде понятно, что они все затащили медом, сиропом, переработали его в мед и запечатали. Даже вот в крайней немножко поблескивает мед. Ну, сахарный сироп его сейчас стрясаем. Это перговая рамка была, чтобы они еще как бы пергой кормили расплод осенью, который выводится. Его уберем на хранение в улей под крышу. Ставим в улей вот такие вот пластины Варасан для лечения воротоза пчел. Идет где-то одна пластина на 6 рамок, на сильную семью, где 12, 10, 11, 12 рамок, ставим по 2 вот такие пластинки. Скрепки надеваем и шпажку вставляем и помещаем между рамками. Вот такой вот препарат. Вот в этой вот семье 10 рамок. Они обсиживают. И ставим наши полоски вот так вот посередине между рамками. 3 здесь с краю оставляем еще. 3 и там 4 останется. И все. Накрываем. Затем еще осенью будем обрабатывать жидким раствором или бипина, или еще какого-нибудь такого вот именно противоклещевого препарата. И тогда клещей практически нет. И семьи здоровые и таскают все лето мед. И утепляем наши пчелиные семьи. Добавляем дополнительные полошки сверху. Здесь у нас получается 3 полошка. И поставили нашим пчелкам вот пенопласт. Где-то по одному, здесь несколько пчелок попалось. Где-то по одному, где-то по 2 пенопласта, чтобы им было зимой тепло. Вот одна речка там идет перед рамкой. Соответственно, вот такое вот расстояние уже пчелки. Ко сну готовятся, ух, чтобы не повыскочили. Ладно, закрываю вас. Такие дела в ульях. Пенопласт для утепления, чтобы он просто в гнезде было тепло. Все хорошо. Вот закрываем. Здесь подушечка. Еще одна подушка. И вот третья. То есть в зависимости от силы семьи, либо 3 подушки, а где слабая семья, там даже по 4 таких сверху полошка тепленьких. Верхние литки сейчас уже все закрыты. И нижние тоже вот совсем немножко у них остается открытым. И пчелки еще там, вот этот ходик, они его запрополисывают. Ну, то есть как надо им, так вот они столько и оставляют. Именно пространство для вентиляции. Поэтому самое главное, конечно, чтобы корма у них хватало, утеплить.
обработать от клеща. И в принципе и все. Сейчас еще тепло на улице. Днем плюсовая температура, ночью бывает небольшой минус, поэтому пчелки находятся вот на улице. Если будет какая-то оттепель, то они еще и хорошо облетаться могут. 15 вот семеек подготовили на зиму. Будем ждать уже, когда похолодает. Но перед этим еще проведем обработку жидкую от клеща вороа. Такую более-менее хорошую погоду. А потом будем ждать именно похолодания и заносить пчел в пчельник. В принципе, и все. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.